Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шара. Сегодня в выпуске. Акции «Читаем детям о войне» в библиотеках, спектакль о Великой Отечественной войне в театрах, разговоры о важном в школах. Подготовку к празднованию Дня Победы обсудили на совещании в мэрии под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. В Самаре завершился международный антифашистский форум «Гитары в строю». В гала-концерте приняли участие музыканты из Италии, Великобритании, Черногории, Китая, Колумбии, Сербии, а также певец-шаман. В Самаре продолжается ремонт дорог. Какие работы ведут в районе санатория «Можайский»? В Самаре прошел финал конкурса «Мама, папа, я. Спортивная семья». 17 семей из 9 районов города боролись за звание победителей. Самарская область готовится отметить 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В Самаре на площади Куйбышева 9 мая состоится традиционный парад Победы. Участие в нем примут более 20 расчетов, около 30 единиц военной техники. В школах, библиотеках, музеях и театрах запланированы праздничные программы. Подготовку к 9 мая обсудили на заседании в городской администрации, которое провела глава Самары Елена Лапушкина. Что готовит для самарцев праздник? Праздничные дни рассказали руководители профильных департаментов. Подробности в нашем сюжете. Патриотические акции, спектакли, разговоры о важном для детей и взрослых в преддверии Дня Победы запланировали насыщенную программу. Об этом рассказали руководители профильных департаментов на совещании в мэрии. Его провела глава Самары Елена Лапушкина. В учреждениях культуры пройдет 127 мероприятий. На базе детской системы библиотек 7 мая это традиционные международные акции «Читаем детям о войне». И 8 мая пройдет читка с онлайн-трансляцией уникальной книги, детская книга войны, дневники 41-45 годов. В театрах в предпраздничные дни будут представлены спектакли, посвященные теме Великой Отечественной войны. Это повесть о настоящем человеке, «Красное вино Победы», танцплощадка 45 года, «Возвращение». 9 мая все муниципальные музеи будут работать бесплатно. В музее Рязанова можно увидеть выставку, посвященную актерам-фронтовикам. В детской картинной галерее – выставку «Сохраняя память» об истории спасения исторических и культурных ценностей в блокадном Ленинграде. В местных ДК и школах искусств пройдут концертные программы. Запланированы патриотические мероприятия в детских садах и в общеобразовательных школах. Всероссийский проект «Разговоры о важном». Вот конкретно сейчас на первом уроке во всех школах страны и города проходит разговор о важном. Самый важный урок, посвященный Дню Победы. На уроках мужества и на музейных уроках запланированы показы документальных фильмов, беседы, тематические мероприятия, а также экскурсии в школьные музеи. Праздничную программу подготовили и для старшего поколения. На сегодняшний день в Самаре проживает 2977 ветеранов Великой Отечественной войны. Для них проведут торжественный прием, организуют просмотр парада Победы на площади Куйбышева. Ну и дворцом ветеранов в рамках празднования 79-й годовщины Победы будет проведено 12 мероприятий с охватом около 3500 человек. Это праздничные концерты, танцевальные площадки, коллективы будут принимать участие совместно с образовательными учреждениями городского округа Самара. И, конечно, продолжает работу наш проект «Город трудовой доблести. Город наших побед», посвященный труженикам тыла и участникам фронтовых бригад. Главное событие 9 мая – парад Победы на площади Куйбышева. Участие в нем примут более 20 парадных расчетов, будет задействовано около 30 единиц военной техники, в том числе танк Т-34, боевая машина образца 41 года. В связи с проведением шествия будут перекрыты улицы, примыкающие к площади Куйбышева. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События. Огонь гордости, памяти и клятвы. Самарская область приняла участие во всероссийской акции «Зажжение вечных огней» на мемориалах памяти героев Великой Отечественной войны. Торжественное мероприятие прошло в селе Красный Яр. В «Зажжении вечного огня» у мемориального комплекса принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, а также жители района, ветераны, юнармейцы.
Почти 6 тысяч жителей села Красный Яр погибли на фронте в годы Великой Отечественной войны. В память о них в мае 72-го на центральной площади села возвели монумент. Огонь здесь был переносным и работал только по праздникам. В этом году комплекс подключили к газопроводу. Огонь вот вечный будет действительно постоянным напоминанием молодым людям о том, что сколько наших земляков отдали жизнь за свободу и независимость нашей страны, за будущее вот этих ребят, которые живут сейчас. В этом году вечный огонь зажгли на 22 мемориалах в 11 регионах. Подключение транслировалось по видеосвязи. Собравшихся приветствовал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Сегодня в преддверии главного праздника страны, Святого Дня Победы, мы, конечно, вновь и вновь вспоминаем героев, защитников Отечества всех времен, но в первую очередь защитников от нацизма, наших героев-победителей. Акция реализуется совместно с компанией «Газпром Межрегионгаз». На сегодняшний день в регионе газифицировано 25 мемориалов. Всего по стране их почти 1700. Для нас очень важна эта работа, потому что это наш вклад в сохранение исторической памяти. Мы гордимся и преисполнены благодарностью за то, что сегодня мы живем в свободной и сильной стране. Газ в мемориалы поступает на безвозмездной основе. Галина Топилина, Валерий Майоров. События. В Самаре завершился форум деятелей культуры «Гитары в строю». В финальном гала-концерте приняли участие российские и зарубежные артисты. К ним обратился глава региона Дмитрий Азаров. Подробности в нашем сюжете. Патриотизма и атмосфера праздника. В Самаре завершился международный антифашистский форум деятелей культуры «Гитары в строю». Он объединил представителей культуры, историков и журналистов из 12 стран мира, в том числе Великобритании, Италии, Китая, Сербии, Черногории, Шотландии и Колумбии. Участников, организаторов и зрителей гала-концерта поприветствовал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона отметил, что Самарская область сегодня, как и в период Великой Отечественной войны, это опорный край державы. Сегодня наш культурный форум – это удар по нацизму. Я знаю, что мы не предадим. Мы будем верны заветом, подвигу наших предков. И как и 80 лет назад, мы выстоим, мы победим. Враг будет разбит, победа будет за нами! Хедлайнерами форума стали музыкант из Великобритании Джимми МакРэй и российский исполнитель «Шаман». Вот как только я выйду на сцену, я с удовольствием окунусь в глаза зрителей, буду отражаться в их зрачках, и вот как раз-таки произойдет то самое шаманство, то, получение и обмен энергиями любви. Выступления артистов пришли участники специальной военной операции, ветераны боевых действий, члены их семей, а также представители научных, общественных и молодежных объединений Самарской области. Потрясающий международный форум деятелей культуры. Такие голоса, такие люди. Мы вместе, и, конечно, Россия – это страна огромная. Самое главное, когда мы едины, мы непобедимы. Я был на концертах, я был на круглом столе. Я думаю, что это очень нужно и очень своевременно. Такое сплочение, такой дух, вы видите, весь зал скандировал «Россия, Россия». Ну,
после таких мероприятий, такого форума, однозначно победа будет за нами. Наблюдать за уникальным событием мирового масштаба могли все желающие в режиме онлайн. Трансляцию гала-концерта российских и зарубежных артистов посмотрели 400 тысяч человек. Ксения Баканова, Константин Головин. События. Привели в порядок территорию общей площадью более 52 миллионов квадратных метров. В городской администрации подвели итоги апрельского месячника по благоустройству. Сколько человек приняли участие в уборке, сколько вывезли мусора и какие поручения главам районов дала мэр Самары Елена Лапушкина, расскажет Светлана Кудрявцева. 405 тысяч человек приняли участие в апрельских субботниках и средниках. Итоги месячника по благоустройству подвели на еженедельном совещании в городской администрации под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. За прошлый месяц убрали территорию общей площадью 52 миллиона квадратных метров, собрали и вывезли более 51 тысячи кубов мусора. При проведении месячника муниципальным предприятием городского округа Самара ГАТИ по благоустройству осуществлялся постоянный мониторинг складе собранного мусора и организации его вывоза. Все адреса участков, на которые выявлялись недостатки, отрабатывались администрациями внутригородских районов, а также муниципальными предприятиями и учреждениями. За время весенней уборки вымыли 451 улицу, отремонтировали 677 секций дорожных ограждений, покрасили 15 тысяч секций, очистили 16 тысяч опор уличного освещения, подготовили к летнему сезону 164 сквера, бульвара и аллеи, запустили фонтаны, полностью подготовили к лету набережную и городские парки. Также в рамках данных мероприятий проводились очистка и ремонт павильонов общественного транспорта. Всего их у нас в городе 858 штук. Был проведен ремонт 48 павильонов, покраска 225 павильонов. Об итогах весенней уборки доложили и главы всех внутригородских районов Самары. Замечания вызвали работы по вывозу мусора с контейнерных площадок. Конечно, сегодня работа продолжается по уборке территории. Мы взаимодействуем с перевозчиком. Есть оставшиеся контейнерные площадки в зоне нашего перевозчика. Ну и плюс наши три подрядчика, которые занимаются вывозом мусора и накоплением, они также пока продолжают работать. Серьезных замечаний как бы во время месячника не поступало ни от жителей, ну, ни в целом по организации. Мы всех обеспечили и мешками, и перчатками, и инструментом. Глава Самары Елена Лапушкина дала поручение продолжить работы по очистке фасадов от надписей и объявлений, а также привести в порядок торговые павильоны. Коллеги, переходим уже на плановый режим содержания территории, поэтому напоминаю общие задачи. Главы внутригородских районов, пожалуйста, пешком пройдите максимально там свои гостевые маршруты, центральные улицы, да, в общем-то, весь район. По объектам потребительского рынка, если люди не понимают обращение, не приводит территорию вокруг себя в порядок, но давайте с ними тоже расторгать договора. На территории Самары тем временем начались плановые работы по содержанию дорог и общественных пространств по озеленению города. В этом году планируется высадить более 43 тысяч квадратных метров цветников. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События. В Самаре продолжается ремонт дорог. В преддверии летнего сезона особое внимание тем, что ведут к детским оздоровительным лагерям, а также санатории. Сразу несколько таких участков находятся в Кировском районе. Когда планируют завершить работы, узнала наш корреспондент Полина Чулюкова. В Кировском районе продолжается ремонт сразу нескольких дорог, ведущих к детским оздоровительным лагерям «Волжский Артек», «Полет», «Юность», «Политехник», а также к санаторию «Можайский». Новое покрытие появилось на улице «Студеный овраг». На этом участке площадь работ составила около 4000 квадратных метров. Дорога, ведущая к лагерям, находилась в плачевном состоянии, что создает опасные условия для движения транспортных средств. Укладка нового асфальтобетонного покрытия решит данную проблему и позволит и детям, и их родителям, и персоналу безопасно добираться до места назначения. А также данная дорога ведет к санаторию Можайскому, где в данный момент проходят реабилитацию участники СВО, что для нас является тоже не менее значимым проектом на сегодняшний день. На тех локациях, где основание дороги пришло в негодность, его укрепляют. Кроме того, в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» подрядная организация производит замену люков смотровых колодцев на антивандальные и антишумовые. На дорогах подрядная организация укладывает современный высокопрочный асфальт, способный выдерживать высокие нагрузки.
На данном участке были выполнены следующие виды работ. Старое покрытие отфрезеровано, основание было очищено, обеспылено, выполнен розлив эмульсии, и сейчас выполняются работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. В работе 7 дорог, ведущих к лагерям. Во время ремонта одна полоса для проезда всегда остается свободной. Заказчик и подрядчик следят, чтобы ремонтные работы выполнялись в соответствии с ГОСТом и национальными стандартами качества. Процесс контролируют на каждом этапе. Во время укладки асфальтобетона важно, чтобы поддерживалась нужная температура материала. После того, как смесь уложена, керны, образцы, отправляют в лабораторию для испытаний. Работы, запланированные на площади около 38 тысяч квадратных метров, должны завершиться до конца мая, к старту летней оздоровительной кампании. Общая протяженность дорог, которые преобразятся в ближайшем будущем, более 4 километров. В городской департамент транспорта поступали обращения горожан, которые просят запустить автобус в сторону дачного массива санатория Можайский. Пока вопрос в проработке. Специалисты подчеркивают, что для открытия движения общественного транспорта главным условием является приведение дорожных объектов в нормативное состояние. Полина Чулькова, Николай Сидоров. События. В Самаре продолжаются масштабные работы в рамках реконструкции улицы 22-го партсъезда. Новая дорога станет более комфортной и безопасной. Это особенно важно, учитывая, что она связующее звено между основными магистралями – Московским шоссе и улицей Новосадовой, относящимися к опорным объектам улично-дорожной сети. Работы сосредоточены как на верхнем участке улицы 22-го партсъезда от улицы Новосадовой до Московского шоссе, так и на нижнем участке 22-го партсъезда в границах улиц Солнечной и Новосадовой, где подрядчик уже занимается укладкой асфальтобетонного покрытия. О ходе работ в репортаже нашей съемочной группы. Улица 22-го партсъезда преображается день ото дня благодаря масштабным работам в рамках реконструкции инфраструктурно значимого дорожного объекта. Ранее на нижнем участке в границах улиц Солнечной и Новосадовой завершили переустройство коммуникаций. Переуложили три водовода, одну линию фекальной канализации, устроили заново ливневую канализацию, сделали ее более современной, на правильных отметках заглубили, вынесли дождеприемники, переустроили линию связи, вернее, кабельную канализацию связи, там порядка 60 кабелей. Мы подготовили гильзы для укладки электросетей, электроснабжения, освещения данного объекта, для питания светофорного узла. Достаточно сложный участок, насыщенный в плане сетей. Очень многие работы проводятся вручную для того, чтобы не повредить то, что уже сделано, то, что работает, чтобы не оставить абонентов без воды, без связи, без электричества. После приведения основания дороги в порядок подрядчик дождался положительных лабораторных результатов. И в конце минувшей недели на участке от Солнечной до Новосадовой рабочие сосредоточились на укладке нижнего слоя покрытия проезжей части. Согласно проекту, дорогу расширили с 3 полос до 4. Для повышения безопасности дорожного движения встречные потоки транспорта будут разграничены разделительной полосой. Ею уже занимаются, устанавливают бортовой камень. Впоследствии на разделительной полосе сделают плиточное покрытие. В районе перекрестка с улицей Новосадовой для остановки общественного транспорта обустроят остановочный карман. Данный объект находится на постоянном контроле. Куратор осуществляет контроль, мониторинг данного объекта. Также это контроль со стороны руководства департамента, администрации города. Отставания от графика нет, работы ведутся в соответствии с графиком. На участке, где идет укладка асфальтобетона, трудятся порядка 40 сотрудников подрядной организации. Используют спецтехнику, асфальтоукладчик, комплекс катков для работ в соответствии с технологической картой и другие машины. После завершения этого этапа работ устроят верхний слой покрытия проезжей части. Работы будут выполнены с использованием высокопрочного асфальтобетона, характеризующегося долговечностью и способностью выдерживать высокие нагрузки. Местные жители с нетерпением ждут открытия новой дороги. Мне очень нравится, когда вот этот район обустраивается, и мост сделали развязку, и дорогу вот эту переделали, молодцы. Я хожу и наблюдаю, как они делают. Качественно, и все ждут эту дорогу, когда откроют. На верхнем участке от улицы Новосадовой до Московского шоссе работы ведутся не менее активно. Там переустраивают инженерные коммуникации, готовят место под дорожное покрытие. Реконструкция улицы 22-го партсъезда связана с повышением эффективности разгрузки трафика. И вместе с эстакадой на пересечении улиц Новосадовой и Советской Армии, которая появилась в октябре 22-го года, позволит транспортному узлу стать максимально удобным. Проект реализуется по государственной программе развития транспортной системы
Самарской области на 2014-2025 годы и по муниципальной программе сохранения и развития автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2022-2026 годы. Все участки улицы 22-го партсъезда, на которых сейчас идет реконструкция, планируют ввести в эксплуатацию в конце января следующего года. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События. В Поволжском университете телекоммуникации и информатики отметили День радио. На торжественном мероприятии поздравили представителей отрасли связи и представили технологии, работающие при помощи радиоволн. Подробности в нашем сюжете. Открытие, объединившее мир. В Поволжском университете телекоммуникации и информатики отметили День радио. Это праздник всех работников отрасли связи. Благодаря радиоприемнику Александра Попова сейчас есть не только радио, но и телевидение. Это и интернет, это и сотовая связь и так далее, все, что так иначе определяет нашу с вами жизнь в части коммуникации. При этом необходимо отметить, что это, в принципе, является уже достаточно давно прочным одним из предметов первой необходимости. Радио стерло барьеры в общении жителей разных стран. Информация передается мгновенно. А при помощи радиоволн работает огромное количество современных технологий. Их представили на выставке в университете. Работникам отрасли связи вручили премии губернатора Самарской области. Сегодня тот день, когда мы чествуем наших ветеранов, которые своими силами, упорством развивали те технологии, на которых стоит сейчас наша современная связь, наши IT-технологии. И сегодня в этом большом актовом зале на стенах родного университета, откуда вышли практически все выпускники, которые работают в отрасли связи, состоится важное мероприятие, где будут вручаться награды, памятные дипломы, подарки. Завершилось торжественное мероприятие концертом. Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События. В Самаре прошел финал конкурса «Мама, папа, я. Спортивная семья». 17 семей из 9 районов города боролись за звание победителей. Команды были представлены в двух возрастных группах с детьми от 7 до 9 и от 10 до 12 лет. Как прошли соревнования, расскажет наш корреспондент Елизавета Прокопенкова. Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед и только все вместе. С таким девизом семья Калиновских дошла до финала городского конкурса «Мама, папа, я. Спортивная семья». Юлия и Дмитрий участвуют в спортивном соревновании четвертый раз. 2 года со старшим сыном Владиславом, а сейчас с младшим Дмитрием. Самое важное для Калиновских – не победа, а эмоции, которые они получают все вместе. Соревнования просто-напросто. Когда хорошо идешь в паре с конкурентами. И как раз... Когда обходишь, например, там те же лыжи, когда ты бежишь эти доли секунды, ты впереди, и прям какая-то радость, такое облегчение. За звание победителей в финальном этапе конкурса боролись 17 семей из 9 районов Самары. Команды были представлены в двух возрастных категориях – с детьми от 7 до 9 лет и от 10 до 12. В программу соревнований входило 10 станций – гладиаторский бой, футбольный дартс, беличье колесо, баскетбольный тир и не только. Что нужно семьям? Это такое единение, это сплоченность, это умение не расклеиваться, совместными усилиями продвигаться вперед. Победители получили кубки, медали, дипломы и подарки. Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Администрация Самары в телеграм-канале «Вести с Дворянской» напоминает, что в регионе начался сезон клещей. О том, как защититься от этих паукообразных, можно уточнить в карточках. Лучше всего заранее сделать прививку от клещевого энцефалита. Отправляясь на прогулку в лес или на дачу, нужно обработать одежду и обувь химическими средствами защиты. Надевать одежду светлых тонов, чтобы быстро заметить клеща. И не забывать о головном уборе. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает, что предоставляет единовременную социальную выплату на ремонт жилого помещения семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Какие документы нужны для постановки в очередь, можно уточнить в карточках, размещенных в телеграм-канале. Подробную консультацию можно получить по телефону, указанному на экране.
Администрация промышленного района Самары сообщает, что забронировать красивую дату для бракосочетания можно через госуслуги. Достаточно воспользоваться сервисом «Регистрация брака». Его можно найти через строку поиска или раздел «Семья». Выбирайте место, дату, время регистрации и того, кто уплатит пошлину. Отправляйте заявление на согласование жениху или невесте. Они увидят его в своем личном кабинете госуслуг, а на электронную почту придет уведомление. В заявлении нужно будет внести паспортные данные. Заполнить заявление и уплатить пошлину будущие супруги должны в течение 24 часов. Статус можно отслеживать в личном кабинете. И минимум через месяц брак зарегистрируют. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи.